Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей, мы продолжаем Root of Evil, The Taylor. Там бабёха такая бегает, на нас кричит иногда скримерами, именно так. По-моему, в прошлый раз открылась какая-то новая дверка, вроде как в коридоре напротив разбитого окна, если я ничего не путаю. Да? Нет? Нет? Да? Вот тут вот. Ну-ка. Ну-ка, ладно, сейчас чуть-чуть пройдем. Смотри-ка. Опа! В смысле? Ты подожди-ка, я же... Чего ты, блядь, не можешь там открыть? Я, блядь, не смогу тебе открыть. Алло, ты чё, сохранение, слышь? Ёб твою ж мать. Слышь. Так, ладненько. Я же помню, да, мы такие шли-шли-шли. Такие хуяк, и звук такой пошел, и дверь такая открылась. Или, может быть, надо еще кругаля навернуть? Хрен его знает. Ладно, пойдем навернем. В принципе, если нам сюда не надо, мы туда никак не пройдем. Ни хрена не помню, уже очень давно в эту игру не играл. У нас какие-то коды, какие-то пароли, вроде как что-то было, вроде как что-то не было, не знаю. Да, подожди-ка, секунду, ну-ка. Так, баба с пауками тут уже была. У меня света нет, да? Если что. Окошко тут открыл. Или она закрыта, хер его поймешь. Ты откроешь там сегодня или нет? Алло, дверь! Здрасте, блядь. О. Ой! Спайдермен, Спайдермен. Я теперь, блядь, Спайдермен. Ну куда-ка я зайду-то, Ой, блядь, вот он, Спайдермен, там и сидит. Я тебе говорю, так и было. Женщина. Женщина, с вами все нормально, женщина. Не, мне как бы похуй, но... Чё ты там орёшь-то? Ты чё? Мать, открой нахуй. Что это за аудио-пародия на рождение ребенка? Пиздюк, открой дверь! О, спасибо. Пиздюк мне дверь открыл. Так, 31 градус. Сука, опять какие-то непонятные эти задания. 31 градус, 0 минус L... Я такой математики не знаю. Так, 31 градус, 0 минус... Опа, кошка. Хорошо. Так, может как-то в зеркало посмотреть? Что-то совпоставить между собой, может быть, ну? Смотри-ка. Нолик с ноликом сейчас как сойдется? Или не сойдется? А, ебать! Ха-ха! 8-4-8, ты понял? Вот это поворот! 8-4-8, нихера себе! 31 градус, бля. 8-4-8, ну, в конце концов. Так, ну-ка, давай-ка. Так, значит, один. А-а-а. Забавно, но очень забавно и очень весело. Очень интересный замок. Такой же, по-моему, где-то был. Мы тоже полчаса его крутили, а в итоге, блядь, там практически нихера не было. Давай! Хорошо. Замечательно. Открывайся. Ой, пластинка. Получен виниловый диск. Отныне я диджей, мать его. Сейчас как запустим пару треков, затусим, захуютим. Позовем девок, будет дискотека. А куда его вставить? Подожди-ка. А-а, бляха. А, вот он. Сука, одни пауки начали шастать, ну. Опачки. Заводи. Кружечку нахуй отсюда отставить хочу, потому что она может на пол упасть. Это... Увидеть новорожденного был для меня настоящим шоком. У него было деформированное лицо. Один его внешний вид вызывал ужас. Ребенок умер несколько часов спустя. А моя жена была без сознания от истощения. Я не представлял, как ей сообщить эту новость после того, как она придет в себя. Чё там нарожали уродов, блядь, каких-то, слышь? Опа. Может, они брат с сестрой? У них, типа, случился этот, как его. И поэтому ребенок такой. Вот я тебе говорю, да, полчаса крутили замок, в итоге нихуя не поняли, кроме чуточки сюжета. Ну, подумаешь, и все. О, спасибо. Опять каркуша каркает, блядь. Так, подожди, на столе нихера не появилось. Стол как был, короче, со свечками, так? Ну
Зато тут что-то есть. Ой, это скрытый символ, отлично, нам сюда его не хватает, я помню. Не каркай давай, ты, это хорош. Сейчас накаркаешь хуйню какую-нибудь. Что такое делается-то? Так, отлично. И? Да ну нахуй, а как я должен это понять? Это типа подсказка? Чего? А, серьезно, что ли? Я же не пойму ни хера сейчас. Так, тут лягушка, там собака, здесь звезды и солнце. Вот, вместе эти. И что мне это дает? Так, смотри-ка, собака, звезда и солнце. Ты, я понимаю, конечно, это какая-то загадка, но как ее решить-то? Эти-то... Так, допустим. Так это никак не решается, тут, в принципе, невозможно что-то понять. Может, они должны как-то друг друга входить? Или... Чё? Чё происходит-то? Собака, лягушка, ну-ка нахуй. Чё-то, наверное, не то, да? Слышь, ты же в курсе, ты тут постоянно сидишь, как решить загадку? Хули как? Ар, кар, кар. Как говорю, подскажи мне маленько. Я, если честно, вообще никакой логики в этом не вижу. Они просто все рандомно передвигаются друг с другом. И что мне это дает? Может быть, здесь надо поставить все красные и желтые? А тут опасно чего? Нахуй, ну-ка пойдем отсюда. Я думаю, это не то. Я думаю, это решается совершенно не так, как мне хотят показать, потому что так это нихуя не решается. Так, а это уже что? Это я брал. Не, это решить в принципе невозможно. И сейчас меня не выпустят, я не понимаю, как это... Ха-ха-ха, серьезно? Так, ну ладно. Тут, наверное, где-то есть какая-то подсказка другая. Типа, посмотри сюда, посмотри там, посмотри здесь. Но по тому квадратику, который я подобрал, понять в принципе ничего нельзя. Какой-то бред нарисован, их как... Ну, а больше и некуда, блядь, слышь, что? Вранье. Можешь ключ взять? А ключ до сих пор сломан. У меня до сих пор нет изоленты, это серьезно, а что делать-то? Так, ладно, давай подумаем. А что тут думать? Нихуя не надумаешь. Тут квадрат. Тут какие-то, блядь, деревья, может, что-то перевернуть надо? Солнце внизу. Может, их сложить между собой надо? Что-то я прямо... Ты серьезно, что ли? Ебать. И чё это? И чё это такое? Чё это? Ну здесь, смотри, на всех фигурках, в принципе, есть куски этого изображения. То есть, смотри. Или может, если как-то друг на друга что-то наложить... Да нахуй тут что получится. Смотри, вот квадрат, да? Вот он такой. Типа, вот две линии. Вот тоже здесь есть две линии. Здесь, смотри, раз. Они, может, как-то должны совпадать друг с другом, что ли? Типа, одинаковые подобрать или как? Не, я не вижу здесь логики вообще никакой. Может, типа, на каждую сторону должен получаться именно вот этот рисунок? Типа, одно накладывается на другую, и в конце концов получается это. Хуй его знает. И как я, блядь, должен это понять? Ты чё, угораешь? Да хватит там каркать-то ещё. Кар, блядь. Отстань, говорю. Ну, в принципе, да. Не бы видеть это нам. Смотри, да хорош! Смотри, вот так раз. Раз хуяс. Нихуяс, не получалось. Вообще ничего не получается. Да заткнись ты уже, ну. Может, с одной стороны должно быть правильно, а с другой нет. Их, короче говоря, получается, надо разобрать на составные части. То есть, смотри, общая картинка вот такая.
типа собака, лягушка, потом это пойдет лягушка, от этого остается здесь только ромбик без лягушки, от этого ромбик складывается вот так, друг на друга накладываются, и то же самое здесь, короче, ебанешься. Так, мышь! Что такое? Мышь. Бляха, какая-то мышь, охереть, какая сложная загадка. Долбоёбство какое-то. Просто полнейшая. Не то, что полнейшая, а огромнейшая. Моя жена была близка к помешательству. Она кричала, звала, чтобы ее малыш вернулся. Она убивала крыс, убивала их хлопком и говорила, что это игрушки для ребенка на небесах. Она даже убила свою любимую кошку. Это крайнее проявление болезни меня сильно пугало. Напугало. Врач сказал, что у нее тяжелая психологическая травма. И что ее болезнь расстройства личности перешла в нарушение сознания. Болеет. И чё? Блять, я столько времени это раз... Тут, походу, делать себе каждая загадка будет жопно долго, и после нее просто тупо будут рассказывать какую-то часть сюжета. Ну хорошо, хоть так, ладно. Без проблем. Отличненько. Так, у нас здесь вроде как все разгадано, здесь... Винцо... Подожди, здесь было винцо разве? Так, да, здесь мы брали записку, ее смотрели, там по номеру телефона мы звонили, с кем-то поговорили. Ясненько. Ничего нового пока... Хе-хе, сука. Блин, такая бредятина. Ой, мадама! Мадама, я вас искал! Ну, в конце концов, я врач, я пришел вас лечить. У вас серьезные помешательства рассудка, вы сходите... Отдай ножницы, пожалуйста. Получил ножницы и скример. Заебись. Получил ножницы и скример. Так, хорошо, ладно. Ты разве работал? У нас появились ножницы. Давайте мурашки пошли. Ножницы, мурашки и скримак. Вот это заебись наборчик такой, знаешь, мужицкий набор на случай выживания. А зачем нам ножницы? Так, тихо. Буква Е. Ну как Е? Ну, блять, Е или Ш, там лишние эти. Тут мы все, по-моему, разгадывали по поводу даты рождения, вроде как... Или нет, подожди-ка. Мне нужно что-то, чтобы открыть его. Нужно что-то, да. То есть теперь, смотри, из врача-реаниматора, из врача какого-то патолога-психоаналитика-анатома, я превратился в парикмахера. Почему бы и нет? Ну-ка, сейчас посмотрим, на диванчик сядем, телек попалим. А, он садиться не умеет. Он вообще ни хрена не умеет. Ни бегать, ни садиться. Ну-ка. Опа! 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 Эй! Это, блядь, как-то надо запомнить. Подожди-ка. Это, судя по всему, нужно убрать из восьмерок лишние палочки и получить какой-то код для чего-то еще. Для сейфа, наверное. А так цифр не получается. Таких цифр нет. Ну, допустим, смотри, если из восьмерки мы уберем Е, то у нас получится... Нихуя. Ну-ка, если читать... Блять, таких цифр нет. Да подожди ты, я хотя бы одну посмотрю. Ну смотри, одна цифра получается пятерка. Нет, не получается. Да ты издеваешься, что ли? Ну это явно пароль для сейфа, скорее всего. Может, я что-то просто не сделал? Рановато, типа, еще. Ну, хорошо. Так, у пианинки у нас ключей нет. Да ну хорош, серьезно! Как из этой поеботы я должен найти пароль? Вы чё? Может, в какой-то другой программе будет нормальные цифры? Они же одинаковые все время. Да нет таких цифр, слышь. Хотя вторая получается четверка, да? Смотри-ка, например, из восьмерки убираем эти цифры, получаем четверку. Один, четыре. Один, четыре. Да ты, блядь, слышь, я как-то нахуй не разгадаю никогда в жизни такой пароль-то.
Так, на чем мы тут... Ладно, давай вот на этой хуйне напишу. Значит, получается 1, потом получается 4, потом у нас получается, значит, я вот тут нарисую восьмерку и уберу у нее вот эту палочку и вот эту палочку. А, двойка, не... Да ладно, нихуя себе. Двойка и семерка. 1, 4, 2, 7. Ты понял, нет? Ты понял? 1, 4, мать его, 2, 7. Ну, нихуя, так с первого раза ты не скажешь. 1, 4, 2, 7. У меня есть пароль, сейф, открывайся. Так. Ой, в смысле? А для чего он? 1, 4, 2, 7. А куда его можно... Опа. Ключ надо. А ключ отсюда в раковине валяется, по-любому. Так, 1, 4, 2, 7. Ну-ка, давай-ка вспоминай, где у нас пароль-то можно ввести. 1, 4, 2, 7. Тут мы пятнашки разгадывали какие-то ебаные. 1, 4, 2, 7. Так, это не тут. Так и звук прикольный. А вот тут, вот, точно, 1, 4, 2, 7. Бляха, да ты издеваешься, сука, опять этой херней заниматься. 1, 4, 2, ты понял, игра какая, просто надо решать, заебать я Шерлок Холмс, просто прям серьезно, то, что по первому каналу показывает, это все пиздеж, я настоящий Шерлок. Так, ну-ка, коробушка. Ой, блядь, дурак, что ли, слышь, сука, олень тупорылый. Вау, это, блядь, хули... это хлещ из скримера. Слышь ты, педрила, смыла, да, как-то оторву все пуговицы, будешь слепой, падла. И чё? А, ножницы. Сказка. Я чё, сразу правильно? Монетка. Так, отлично, осталось найти игровой автомат. Да? Сука. Ну как можно было сделать? Ну ты серьёзно? А-а-а, ёпт! Бля, я так на... Я ж... я забыл про него. Я ж так чисто что-то пиздануть сказал. Здесь на то есть игровой автомат. Серьезно? Ну-ка, ну-ка. А, поехали. Ну-ка, блядь, дай-ка сюда. Джекпот! 3 семерки давай. А, остановить надо. О! Нет! Ну нет! Лох! Да ёпта, можно по новой все это сделать. Слива, блядь. Семерка, ну... Ну бляха, ну ты чё? Ну здесь хотя бы от тебя что-то зависит. Слива, блядь. Клевер. Слива. Да ты хорош, я так полтора часа буду все это делать, ну. Арбуз. Персик. Персик, сука. Да хорош, слышь. Да можно по новой-то это сделать, слышь. Да бляха. Да но это невозможно, ну не надо. Бля, эту семерку хер выбьешь. Блять, серьезно? Да может как-то подкрутить, нет? Бляха. Да ну это невозможно. Да как? Может, что-то где-то подъебнуть кого-то, нет? Серьезно? Да ну нахуй, это бред какой-то. Может, это чисто прикол? И типа это дело, пойдем назад, нахуй. Может, это делать не обязательно, я не знаю, но это невозможно просто попасть столько раз. Оно слишком быстро крутится, чтобы я успел поставить 3 семерки. Что это за бред вообще?
Блять, самое тупое задание из всей игры. Ну как так-то, ну? Что это, блять, за выбить три семерки на игровом автомате, в котором невозможно выбить три семерки? Опа, колокольчик. Блин, серьезно, прикинь, приходит... Да ну хорош, ну ребята, ну вы чего наделали-то, слышь? Ну вы чё, ну вы чё, ну вы чё, ну вы чё, ну чё вы, ну... Ну просто... Блять, да в электронном автомате вероятность выиграть быстрее, больше, чем я тут три семерки наберу. Пойдем назад. Ну, конечно, пришли назад. Может, подбухнуть, и все будет помедленней? Нет. Так, ладно. Да ну хуя мне тогда следующий-то два, если я в первом уже семерку не выбил? Ну-ка, скипни вон. Да ёб твою ж мать, слышь. О, давай три слива ебанем, почему бы нет-то? Так, семерка идет после чего? Я вот не знаю, почему семерка идет. Клевер. Не, ты понимаешь, что это нереально, как минимум? Может, там уже что-то упало? Ой! Ой! Ой. Так, ладненько, смотри-ка. Ага, надо быстро нажимать, значит, я понял. Надо через сколько секунд посчитать. Раз. Два. Блять, три. Сука. Ну хорошо. Серьезно? А чё ж ты мне говоришь три семерки, тупырь? Ну-ка, подожди-ка, я еще раз сыграю. Эй, еще раз хочу! Я понял, как три семерки получить! Блять, администратор что ли делает? Взломал автомат, он походу подумал. Дай мне, падла, монетку, я знаю, как получить три семерки. Надо просто, короче, одновременно их нажимать. Ну, в смысле, с одним промежутком времени. С одинаковой периодичностью от начала можно нажать, все будет нормально. Так, у меня, значит, появился ключ, а ключ от чего? Ключ от чего-то. А-ха-ха, вот отсюда ключ, да-да-да. Да ну, завязывай-то, слышишь, что? Что за страшная музыка такая? Получил стетоскоп. Сейф! Бляха! Сука, сейчас как прям великие медвежатники будем вскрывать сейф с тобой, смотри-ка. Так, ну-ка. Он сам скроет. Смотри, какой профессионал, бля. Опа. Надо вовремя успевать нажать, я понял. Нет, сука, не то. Так, ладно, спокойно. Это получается 2, 4, 6, 6. Вторая цифра 6, окей. Шесть. Третья какая будет? Тридцать восемь. Ага. Десять, шесть. Десять, шесть. Тридцать восемь. Хорошо. Сейчас разберу. Блять, вот без фломастера вообще не разберешься. Ай, рано! Сука. Рано, рано. Так, ладно. Да я понял, ну 10, 6, 38, последний хер поймешь какая.
Хотя тут, наверное, не надо запоминать, просто типа услышал звук, сразу тыкнул. Сука, как сложно. 10. Да в смысле? Не успел. Так, ладно, 10. Я хотел на звук, типа, знаешь, как профессионал, вот так вот, смотри. Там где-то 86 получается. 10, 6, 38, 86. Какой-то такой. 10. Рано, сука! Бляха. Непонятно, на самом деле. Ой, пианинка! Получены клавиши пианино. Ну, охуеть теперь. Деньги и книжки. Блин, на звук, конечно, это сложно, особенно когда тебе нужно успевать нажимать. Почему ему, что ему мешало просто потыкать, услышать звук и остановиться? Ну, что это за бредятина вообще? Херню какой-то занимается, ну-ка открой-ка. Сука. Подожди, а как сыграть-то? Я же не понял ничего. Повтори, пожалуйста. А, ёпте. Да ж, сука. Подожди-ка. Ну, в конце концов. Всегда, понимаешь? Во всех играх таких страшных, где происходит какая-то хуйня, всегда есть пианино. Всегда! Вот в любом случае, практически в 100% игр, есть мелодия, которую на... Я помню... игрушка такая была, какой-то мод на какую-то игру. Сука, там такая была сложная мелодия, блять, она была такая сложная, ее невозможно было сыграть. Причем там ее, по-моему, не показывали ни хера. Там нужно было подобрать ее на слух. Это бредятина вообще полнейшая, едите твой в коре. Ой, ладно. На меня нахлынуло воспоминание. То игра называется, знаешь, как... там самая первая серия называлась, по-моему, то ли... самый страшный мод, то ли что-то типа того, там, плейлист такой был еще, блять, ну это просто игра была вообще огонь. Давайте на этом мы на сегодня закончим, на этой, так сказать, веселой, в буквальном смысле, ноте. Мы закончим эту серию, ссылка на плейлист будет в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, всем до встречи, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.